это рухнет нам на головы. Ты как там? Цела? В порядке. Видел сержанта Кея, Колчика? Я видел их вместе. Пыталась. Что-то вызывает помехи. Это может быть выход. Не знаю. Я о тебе позабочусь. Только держись рядом. Я сама о себе позабочусь. Похоже на то. Карабины, трос, оттяжки, свет. Черт! Ладно. Ну что? Готово. Вперед. Глубокая расщелина. Есть трос. Видишь, там дует. Предлагаю лезть. С каких пор ты куришь? В смысле? Зажигалка. Да нет, на базе взяла на всякий. Готово? А ты? Как-то не похоже это на хранилище оружия. А ты бы порадовалась. И что это значит? Так, ничего. Ну вот, мы проводим время вместе. Мы всегда по-разному понимали эти слова. Напоминает о прошлом, да? Ты про чувство потерянности? Старая. Что? Она древняя. Это ведь клинопись. Шумерская? Что это за место? Ты разбираешься в истории. Я не знал. Не так хорошо ты меня знаешь. Пол вроде прочный. Да, похоже. Thank you.
неплохо справляешься со стрессом. Научился этому, когда ты ушла. Кто-кто? Пазузу. Ужасы не смотришь? Ты знаешь ответ. Это шумерский демон. Вроде как ты связан с чумой. Чума и демоны, да? Класс. Потрясающе. Такого я не ожидала. Не ты одна. Как думаешь, где мы? Не знаю. Религиозные фигурки. Я думаю, это храм. Что там? Не слышала? Нет, ничего. Мне что-то послышалось. Даже в руинах это место выглядит поразительно. Что тут произошло? Этого не хватало. Выстрелы. Откуда звук? Идем. Что-нибудь видно? Там глубоко. Не опасно? Выбора нет. Трос. Спускаемся. Невероятно. Мы тут не первые. Черт. Видимо, Целус на это среагировал. Мне жаль. Правда. Ты вложил в него столько сил. Если б ты знала. Не вини себя. Я ошибся. Нужно было все проверить, исключить случайности. Но я был так уверен. Знаю, как для тебя это важно. Мне так жаль. Надо смотреть вперед. И в первую очередь надо выбраться из этого места. Что это? Почва просела. После толчков... Похоже на вещи археологов. Кто-то изучал эти руины. Может, включим лампы? Солдаты нас смогут найти. Он все еще работает? О, да. Нужна солярка. Поищем тут. Где ты, Ник? Надеюсь, ты цел. Что? Не расслышал. Черт, целая гора фейерверков. Всем позывным, это Кинг. Кто-нибудь слышит? Прием. Не жалеешь, что не запросил поддержку? А, мысли мои читаешь. Местные боялись этих гор. Я понимаю их.
Надо срочно включить эти лампы. Я ничего не вижу. Кинг, всем позывным. Меня слышно? Прием! Такое чувство, что даже иракцы не знали про это место. Не знаю, как я мог так ошибиться. Такую громадину должны были найти давным-давно. Тут есть эхолокация. Это что-то про летучих мышей? Что там? Симптомы? Или признаки? Я точно не знаю. Интересно, как там остальные? В порядке. Они не промах. Не пропадут. Может, стоило попробовать вылезти из этой пещеры? Раз эти люди сюда попали, должен быть другой выход. Надеюсь, мы его запустим. Они вели каталог находок. Где-то. Зачем им это? Эрик, оглядись. Что-то не так. Медовый месяц пройдет на раскопках в горах Загрос. Мне вдруг стало немного неуютно. Что с ними случилось?
Эрик, помоги мне с канистрами. Ну, хоть с этим повезло. Как твоя нога? Что? А, ты о протезе. Ногу я потерял на трассе. Хватит. Мне еще стыдно. Я много на тебя взвалил. Знаю. Авария не твоя вина. Ладно, за работу. Посвети на бак. О, черт. Что там? Трубка износилась. Клапан протекает. Это чинится? Перед запуском надо заклеить трубку. Наверняка тут что-то есть. Храм должен был задобрить богов. Я нашла скотч. Попробуем запустить генератор. Тут еще до хрена динамита. Зачем им так много? Видишь, как быстро завалили дверь? Отдает отчаяние. От кого они прятались? Против чего им могло понадобиться все это? Эрик, посмотри-ка. Откуда здесь пулемет? Он времен Второй мировой. Тогда здесь и были археологи. Что здесь случилось? Тут есть удобные точки для обороны, но в целом продумано так себе. Может, делали наспех? Мы не знаем, в каких условиях. Готово? Готово. Ты была не права тогда. На базе. Это в чем это? Ты сказала все по-прежнему. Но я изменился. Все то время, что мы были порознь, я думал о тебе. Ну а ты, Рэйчел? Хоть немного.
Так, это прозвучит странно. Держи трубку. Все. Помоги мне с панелью. Только взгляни. Сдохли. Мы уже 100 лет вместе ничего не делали. Но кажется, это было вчера. Почему мы расстались? Ты не оставил мне особого выбора. Я был неправ. Мы же не думали, что так надолго исчезнем из жизни друг друга. Весь прошлый год я был так занят Целусом, ничего не замечал. Твоя работа важнее, чем мы. Не думаю, что мы могли предугадать ее влияние. Рэйч. Ну, говори уже. Мне тебя не хватало. Очень сильно. Тогда мы оба наломали дров, но сейчас все куда проще. Может, еще есть надежда? Должно сработать. Запускай. Заработал. Раз эти люди сюда вошли, мы найдем выход. Осмотрим все. Лучше в обход. Иди! Кто-то пытался пробиться с той стороны. Эрик, посмотри-ка. Он работает? Давай это выясним. Пленка спуталась. Думаю, это поправим. Когда ты сняла кольцо? А что насчет тебя? Вот. Рядом с сердцем.
Ты хороший, Эрик. Может, слишком. Я помню, что оно для меня значит. Я хочу вернуть тебя. Нам было очень хорошо. Я знал. Чего ты хочешь от меня? Для начала правду. В смысле? Я хорошо знаю тебя, Рэйчел. Ты соврала про зажигалку, и не потому, что начала курить. Эрик, прошу. Скажи правду. Эрик, не надо. Признай. У тебя есть другой, да? Камни этого храма пропитаны кровью. Мы выступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверну, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. Эй! Черт! За херня? Не знаю. Такого, блядь, мы точно не ожидали. Всем позывным, это Кинг. Контакт, контакт! По нам стреляют, надо подслушать, прием! Там Рэйчел. Кинг, это главный ястреб 2-1, повтори, прием. Кинг, это главный ястреб 2-1, как слышно? Блядь! Всегда через жопу. Ты же не всерьез? Она древняя. Нет выбора. Видишь его? Да, он идет. Я не вижу. Ну же.
Черт! Черт, Рэйчел, не дергайся! Прости, Рэйчел! Прости! В кошмаре оказались эти заблудшие души. Бедная Рэйчел, она сгинула во мраке. А что же Джейсон и Ник? Братья по оружию, но действительно ли они так близки? Или все-таки человек человеку волк? Осмелюсь напомнить, что тьма уже забрала у них капрала Мёрвина, а до утра так далеко. Но посмотрим на Салима. Рассудительный человек. Быть может, солдат по неволе? Быть может. Незавидная судьба ждет наших выживших. В плену у бездны, в ловушке. Под землей. Один за другим их огни будут гаснуть, если вы не найдете способ спасти их. Как правило, я стараюсь не вмешиваться в дела других, но иногда от этого сложно удержаться. Могу предложить вам совет, если вы пообещаете, что это останется между нами. Ну ладно. Теперь вам некого будет винить, кроме себя, если что-то вдруг пойдет не так. Это все пока что.